почти полтора месяца путешествовали. Почти месяц и половина путувахме. Да, много очень интересного. Много интересных нечто случилось. Да, очень много Божьих благословений, испытаний было. Много Божьи благословения и испытаний имаше. Ну, я думаю, что мы будем делиться еще долго. Мисля, че ще споделим това дълго време. Да, последнюю неделю мы были в Стамбуле. Последна седмица бяхме в Истанбул. В духовной академии читали лекции студентам. В духовной академии читахме лекции на студентите. Да, там были студенты, которые приняли решение служить в мусульманских странах. Там са били ученицы, които са решили да служат в мусульманските страни. Да, мне когда вообще муж сказал, ну поедем, почитаем лекции. И когато супруга ми каза, ще отидем да читем лекции. Он мне не сказал подробности. То не ми каза подробности. Да, мы там отпахали. И не много работихме там. Мы реально отпахали там просто. Но истинно много работихме. Да. 6 утра молитва. От 6 утрента е молитвата. Полтора часа. Час и половина. Потом кто-то из нас должен читаем местописание. После някой от нас чете място от писанието. Да, студенты читают место из писания, а мы должны читат. Проповедь прочитать. Они трябва да прочитаем проповед. Потом 3 часа, после завтрака 3 часа лекции один читает. И след това, след закуската 3 часа лекцията. После обеда еще 3 часа лекции, след другой обяд читает. Още 3 часа лекция, друг чете. И после ужина еще кто-то готовит из нас проповедь. И след вечеря още някой трябва да подготви проповед. Ну, я думала, будет у меня время, я подготовила первые лекции, буду остальные, думаю, буду по ходу готовить. И аз мислих, преди това подготвих първите лекции, но ще имам време да подготвя и останалите. А потом, когда поняла, какой тут темп. А след това, като разбрах какъв е темпа там. Что помимо лекции, мне еще надо проповедь готовить и разбор слова. Че освен лекциите, аз трябва да подготвим проповеди и разбиране на слово. Да, но спали мы, конечно, очень мало. Спахме малко. Но, знаете, самый... Вот Бог, Он использует нас, когда мы, ну вот, реально, когда наши человеческие силы уже, ну, уже их нет, они истощены. Бог не использует, когато човешките ни сили напълно са изтощени. Да, я после обеда читала лекции, я взяла на себя... Ну, после обеда обычно студентам сложнее, да, я взяла... У меня тема не такая сложная след была, как у пастора. След обяд четох лекциите, всех по-лека тема, не толкова трудно, колкото пастора. Потом прошел ужин, и думаю, сейчас после ужина мне надо было проповедь отчитать. И след вечерята, аз трябваше и проповедь да чета. Я подумала, ну, прочитаю проповедь, а потом подготовлюсь на завтра, я должна была утром читать проповедь. Помислих, че аз, нали, ще подготвя проповедь, ще прочитай, след това ще имам време да подготвя сутрешната проповедь. И тут мне пишет женщина, с которой мы познакомились на Трездиасе, у нее муж турок. И тук ми пише жена, която не била на Трездиас, и нейният съпруг е от Турция. И она говорит, мы едем к вам. И казаха, че не пътуваме към вас. А так как они попали в пробки, они 3 часа добирались. Тъй като са попаднали в задръстване, 3 часа са пътували към нас. Ну и как раз к концу проповеди они приехали, мы посадили их покормить едой. И там ужинам... към края на проповедта те са дошли, ние ги сложихме, нали, да вечерят. И турок, мы его так хорошо покормили, плов был. И ние... Добре го нахранихме, турчин с плов. И он такой, а можно мне посмотреть, что у вас там? И той попита, а може ли да погледне там какво е? Слышите, да? Все через стол. Всичко через маса. Мы, да, конечно, и мы давай прославлять с ним Господа, молиться. И ни казахме естественно, започнахме да прославяме Господ с него, да се молим. Вообще, так он там с нами в круг стал, за руки взялся. Ну, я вам кидала в чат церковные видео. То есть стана в нас, с нас в круга и праштах снимки на това. Он увидел фотографии, ну, картина Иисуса. Видела и картина-то на Иисус. Он говорит, Иса, мы говорим, да, Иса. И той пита Иса, ни казваме да, Иса. И он говорит, я верю, он придет в второе пришествие Иисуса Христа, мы верим. И той казва, аз вярвам, ние вярваме, че ще има второе пришествие на Иисус Христос. Представляете, да, турки, они верят, что будет второе пришествие Иисуса Христа. То есть хората от Турция вярват, ну, че ще има второе пришествие быть, на Иисус все, Христос. Может быть, не все, но в принципе, да. Ну, может быть, не всички, но... Очень хорошая зацепка. В общем, мы проводили их, еле-еле уже вытолкали. Успяхме да ги спратим, едвам, едвам.
Потом жена пастора говорит, давай пообщаемся. Я говорю, давай. И после супруга-то на пастора казва, дай да си пообщуваме. Пообщались до 12 часов ночи. Не до 12, произношу. Я иду ложиться спать и понимаю, что мне завтра утром тему давать. А сутивам да спя, и после разберем час утре сутринта трябва да давам тема. И открываю главу, которую нужно будет. Утварям глава, только это трябва да говорю. Я говорю, Господи, дай хоть какую-нибудь зацепку, дай хоть какую-нибудь зацепку. Я сказываю, Господи, моля, дай мне нечто, дай мне нечто. Потому что спать осталось 5 часов, за что то а утром уже давать. 5 часа. И, ну, молюсь, ложусь, уже легла и молюсь, говорю, Господи, ну, и Бог стал давать мысли. Я се моля, вече лягам, и Бог започна да ми дава мысли. Да, и утром встаешь, и все. Ну, и сутринта станах, и всичко. Это такая классная пропитка, мы не пожалели, потому что мы, знаете, это как вызов, и Бог очень, нам всем делает вызовы. И това всъщност беше много готино. Всъщност Бог прави предизвикателство на всички, да. Предизвиквани. И смотрите, мы можем сказать, я не могу. Не можем да кажем, аз не мога. А можем сказать, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А можем да кажем, аз всичко мога в укрепващем меня Иисус Христос. И вот последний псалом мне очень понравился. И последний псалом много ми хареса. Он прям как марш звучал, да? Только то марш звучеше. И знаете, мы армия Иисуса Христа. И знаете ли, не сме армията на Иисус мы Христос. Мы не пришли на эту землю, чтобы просто кушать, есть, не насыщать чрево. Не сме дошли на тази земя просто така да дойдем, да се храним, да се насищаме стомахани. Строить дома, покупать машины. Да построяваме къщи, да купуваме коли. Мы армия Христа. Не сме армията на Христос. И Бог нас призвал для определенной цели каждого. Бог не призвал всеки един с определена цел. Да. Ну, это такое вот. Ну, немножко расскажу, пастор сказал, говори. Малко ще разкажа, пастора ми каза да разказвам. Ну, ничего, слава Богу, у нас день сегодня есть отойти. Да, молимся, да, за детей. Давайте мы благословим наших детей.